Я отроком покинул отчий дом. За родину в сражение торопился. В 15 лет вступил я в бой с врагом. В 15 лет, любя, я ненавидеть научился. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас чувствуете? Самый большой праздник, только все, видите, даже погода за нас. День Победы — это святой день, поэтому празднику всех. Сколько у вас всего орденов? Орденов 7, медалей 42. Вы отмечали свой первый праздник освобождения Ленинграда и 9 мая. Что вы чувствовали? На углу улицы Белинского и Литейного шли войска. Все женщины продавали все, что могли, и покупали букеты цветов и туда вкладывали маленькую. И давали солдатам. Я помню, что видел море красных флагов. И спросил у мамы, а что бы это значило? Она говорит, это победа. Шестой класс объявили войну, и мы, школьники, встали на защиту. Тротиловые шашки делали дети. Когда привезли нас блокадники, вот кусок хлеба дают, я садилась в угол и где-то там сосала, что не подходите ко мне. Когда бомба летит, мы бежали. А когда немец не бросает фугаски, мы лежали, потому что мы боялись на фугаску. Мы сами пухли от голода, и соседи пухли. Холодно, голодно, но ждали победы. Со слезами на глазах. Самое любимое лакомство во время войны какое у вас было? Это крапивный суп. И говорили, когда кончится война, он похож на куриный бульон. Почему вы сегодня пришли на Дворцовую площадь? Что вас подтолкнуло? Сказать спасибо за победу, даже сейчас, когда они шли, ветераны. Мы сказали спасибо, кричали, смотрели в них лица, и у самих слезы на глазах были. За все спасибо, добрый друг, за то, что был ты вправду другом, за тот в медовых травах луг, за месяц тоненький над лугом, за тот в медовых травах луг, за месяц тоненький над лугом. Я считаю, что мы должны сказать спасибо всем ветеранам за то, что они дали нам возможность жить. Уважаемые ветераны, спасибо вам. Спасибо. За то селенье над рекой, куда я шла, забыв про усталь, за чувства, ставшие строкой. А любовь была на фронте? Нет, там не было времени. За чувства, ставшие строкой, за строки вызванные чувства. Поблагодарить их — это маленькая толика, которую мы могли бы внести вклад и просто благодарность. Если бы не они, у нас бы сейчас бы ничего и не было. У вас есть возможность сказать им спасибо? Спасибо им огромное. Спасибо и всех с праздником. С праздником. Хлеба за то, что выдумала я тебя таким, каким. Скажите, удобно в таких платьях? Вы стали сейчас носить такое? Да, очень красивые, шикарные платья. Достаточно комфортные, причем и в наше время ценится это же, ведь все-таки считается винтажом. Вам подходят бабушки и говорят, вот у меня было такое же во время войны или там после. Нет, не было такого? Подходили две бабульки, сказали, что прически очень похожи, как из их молодости. А вот если бы сейчас началась война, пошел бы? Пошел. Так, а выбора не было. Ты бы в первых рядах пошел добровольцем или тебя пришлось заставлять? А я пошел бы, наверное, в первых рядах. В первых?
полковники не ходят. Как это в песне поется: и пала грозная в боях, не обнажил мечей дружина. Если бы у тебя был выбор, ты бы оставил себе вот эту вот одежду? У меня примерно такая маечка уже есть. А шорты, наверное, бы оставил, да, обувь не стал. Поздравляли ветеранов сегодня? Да. Вы себя представляете в той эпохе? Я думаю, да. Чем бы вы занимались, если бы вот вам пришлось пойти на фронт? Я думаю, родительской была бы. То есть вы бы пошли? Я думаю, да.